«Шахтер» представил 19-летнего бразильца. Донецкий «Шахтер» подписал контракт с Маркиньесом Сиприано. Донецкий «Шахтер» объявил о подписании 5-летнего контракта с бразильцем Маркиньесом Сиприано. 19-летний вингер подписал предварительный контракт с горянками еще в мае и должен был приехать в расположение «Шахтера» 15 сентября. Руководство донетчан заплатило бразильскому Сан-Паулу около 1 миллиона евро, чтобы футболист приехал уже сейчас. Отметим, что за Сиприано следила и каталонская Барселона, однако 19-летний футболист выбрал именно «Шахтер». На счету полузащитника лишь один матч за первую команду Сан-Паулу. После того, как 19-летний футболист отказался подписывать новый контракт с бразильским клубом, его сослали в дубль. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.